Снаружи не очень, внутри очень даже ничего. В роддоме второй ОКБ свежие интерьеры. А ведь еще полгода назад здесь была не то чтобы полная антисанитария, но и на место, где рождаются люди, клиника не тянула. И после того, как в конце апреля 21 младенец заполучил гнойную инфекцию, стало ясно – нужно закрывать и ремонтировать. Эту страницу своей истории в больнице вспоминают с явной неохотой. Но я не скажу, не очень приятного инцидента. Во-первых, мы по графику должны были с марта месяца по модернизации закрыть это здание на ремонт. Потому что мы 15 лет вообще не были на ремонте. Ремонт проведен до кирпичей, то есть от старого роддома оставили лишь стены. Миллионы рублей и личный губернаторский контроль сделали свое дело. До Нового года здесь точно разрежут ленточку. Работы остались лишь на первом этаже и в подвале. Создаются все условия, чтобы наша прекрасная половина рожали здоровых, маленьких оренбуржцев и маленьких россиян. Сколько этажей готово? Стадии готовности, они практически так все одинаковые. Сколько? 6 этажей готовы. То есть на 6 этажах никого уже нет, все закрыто. А это уже мини-планерка перед входом в терапевтический корпус Пироговки. Губернатор здесь уже в третий раз за полгода. Стройка тоже на его контроле. Лифт работает? Лифт работает. Лифты работали. Лифт, однако, не работал, пошли смотреть верхние этажи пешком. Они оказались очень даже открытыми и весьма многолюдными. Строители стараются сдать объект вовремя, но объем оставшихся работ даже на первый взгляд не маленький. Срок сдачи объекта до конца этого года. Правда, неизвестно, уложится ли в этот срок строитель. Дело в том, что на некоторых этажах терапевтического корпуса еще и света нет. В общем, на вопрос, успеют ли окончить 12-м годом стройку здесь, приходится отвечать: ой-ой, не знаю. Впрочем, руководство Пироговки заявляет, с покраской-побелкой управимся, а вот с бумагами нет. Помимо того, что идут строительные работы, вы же понимаете, требуется провести серьезную, кропотливую работу по документированию, в том числе по медицинскому лицензированию. 102 миллиона выделила на эту больницу область. Город, который в апреле расписался закончить долгострой своими силами, в 2,5 раза меньше. Однако губернатор еще раз сказал, он не делил и впредь не собирается делить соцобъекты на ваши и наши. Виталий Дерябин, Дмитрий Примачек, новости дня.